находимся в Свято-Христорождественском кафедральном соборе города Северодонецка. Здесь проходят божественные служения в честь праздника Благовещения. Благовещение Святой Богородицы – важный день для православных верующих и значимая дата в церковной истории. Принести благую весть 7 апреля – очень хороший знак. Юрий Горбус, руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации, пришел в храм с благой вестью. После служения губернатор поздравил прихожан с великим церковным праздником и рассказал об акции «Луганщина у нас одна». Я хочу сегодня в такой большой праздник обратиться еще раз к вам каждому, но самое главное – каждой маме. Низкий поклон тем, кто погиб, тем матерям, которые несут теперь это горе с собой до конца жизни. Но наши дети очень быстро растут, и мы должны все сделать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы наши дети, тем, которым по 17, 20, через 2, через 3 года, если конфликт затянется, будут смотреть друг на друга, на своих одноклассников через снайперский прицел. Неужели мы хотим этого? Я сейчас хочу обратиться к каждой маме, которая стоит здесь. Я хочу попросить благословения не только у Господа Бога, у Владыки, но еще у каждой мамы на территории Луганщины, всей Луганщины. Почему? Потому что я объявил политическую диету, я хочу убрать политические истерии с территории области, пока не закончится война. Сегодня мы начинаем большую очень акцию. У нас сегодня больше 6 тысяч детей нарисовали рисунки, которые сегодня, с сегодняшнего дня мы передаем в Луганск, Краснотон, Ровеньки, Красный Луч, где на рисунке мир глазами детей. Я очень уверен, что сегодняшняя акция, которая начинается, Луганщина у нас одна, она сегодня начнется и никогда не закончится. Даже когда уже внуки и правнуки наши будут держать территорию в мире и благополучии. Я сегодня хочу положить зерно не на асфальт, не на горячий камень. И хочу, пожалуйста, положить сегодня зерно мира в плодородную землю. Я сегодня хочу и обращаюсь к каждому священнику на всей территории Луганщины, чтобы с сегодняшнего дня и до светлого воскресенья мы сделали уже один, а лучше два шага все-таки к миру. Потому что если мы не сможем друг друга прощать, если мы не сможем друг друга любить, война у нас никогда не закончится. Юрий Григорьевич, мы находимся в Свято-Христорождественском кафедральном соборе города Северодонецка. Вот только что закончились божественные служения в честь праздника. Вот мы начали нашу акцию «Луганщина у нас одна» из дома ребенка. Сейчас мы продолжаем ее здесь. Почему? Ну, скажем так, что мы начали как раз, наверное, с правильного храма, с дома ребенка, когда дети потеряли родителей, когда надежда и вера у каждого маленького ребенка есть, что он найдет папу и маму, найдет семью. Сегодня, скажем, сделан шаг из храма в храм. И сегодня уже не только с детьми, хотя сегодня было много деток, и я очень искренне рад, что прихожане приходят с детками, то, что это наше будущее. Только действительно этот шаг из храма в храм дает сегодня возможность уже, чтобы услышали взрослые и протянули друг другу руку. Губернатор обратился к прихожанам и в храмовом комплексе «Лесная дача». Я хочу также сегодня, хочу глаза смотреть каждой маме, которая вот сейчас стоят передо мной, чтобы конфликт не затягивался. Я сегодня совместно с вами хочу начать акцию мира. Акцию любви, которую мы сегодня начинаем и не закончим никогда на территории Луганской области.
На сегодняшний день вот мы благодаря этому большому празднику оказались в храмовом комплексе на Луганщине. Можно выразить только теми словами, которые мы можем чувствовать, глядя на те рисунки, которые рисуют дети, которые в силу тех обстоятельств, которые сложились, та беда, которая сегодня у нас в стране. Кто-то остался без родителей, кто-то без крова. И на самом деле те чувства, которые есть, они видны в этих рисунках. Дети рисуют, о чем они мечтают. Вот, и рисунки такие. И мы уже не можем рисовать, а Господь детям дает такую благодать. Они рисуют то, что они мечтают, хотят. Мы только присоединяемся и молимся. Каждые вот праздники, все время молимся, ходим крестным ходом. Горя очень много, и мы очень хотим мира в нашей стране. В этот день хочется всегда еще услышать, когда увидев губернатора, благую весть. Мир на Украине наступил. Ну, хотя бы мир вот вначале на Луганщине, на Донеччине и вот на всей нашей Украине. Когда дети приносят эти рисунки, они так с такой надеждой, с такой любовью все это передают. Просто радуешься этому. Я очень рад, особенно в данный такой большой праздник, этой акции, которую ознаменовал губернатор Луганщины Горбуз Юрий Григорьевич. Я считаю, что эта акция может стать той благой вестью, которая принесет в наши дома мир, которые рисунки, благодаря на тему которой, которые рисовали дети, действительно воплотятся. Устами младенца ж истинно таки глаголит. И пусть эти рисунки и те душевные переживания, которые там на них перенесены, действительно воплотятся, Бог их услышит и принесет в наши дома мир, покой и счастье. Луганщина у нас одна. Общее небо, земля и солнце общее. Будущее наших детей должно быть счастливым. Дети рисуют детям. Солнце, небо, радугу, мир без войны. А для благой вести, услышанной в храме, нет никаких преград. И никаких линий разграничений нет тоже.